Украины, бортовое питание 30-й. Есть отрыв холодной пневмоколодок блока И 70-й. Есть мачта 30-й. Доклад руководителя работ принял первый. Пуск. Пуск. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим главной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 30 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 40 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 50 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия. 110 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Сто тридцать секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 140 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 270 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. Триста десять секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Фрегат номер 123-14 и космических аппаратов OneWeb, миссия 49, выведен на опорную орбиту.